Итак, ребята, показываю тиски. Тиски советские, чугунные, тиски рабочие. Тиски весят 8 килограмм. Вот эта вот крутилочка. Видите, какие они крупненькие. Даже вот в камеру вот не помещаются. Этот. Вот эта крутилочка крутится, ручка туда-сюда крутится. Вот эта постанова ездит. Из дефектов, скажем так, как с недостатков. Маленькая наковальня, губки. Губки, вот видите, одна. Надо новые болтики вкрутить. Или нарезать там резьбу, я не знаю. Не рассматривал. Уже просто все руки себе, смотрите, выпачкал. Длина. Длина губки. Щечка, щечка, губка. А, кстати, вот смотри, еще это чуть-чуть шатается. Так, вот я показываю. 8 сантиметров губа. Ани. Ох, как мне нравятся тиски. 20 сантиметров по все туловище и еще 3 сантиметра вот это вот постанова, вот, ну, крутилка, ты понял. Это чугун, это сабдепия. Выставляю их с 1 гривны, без никакого скрытого резерва. И, как говорится, пусть победит сильнейший. Да, ну чуть-чуть тут повозишься пару минут. Этот, вкрутишь новые болты и пошел, представь, ты их прикрутил к столу и пошел работать, там пилить, там сверлить и все остальное.